Привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Та. И сегодня мы с вами приготовим торт для ленивых хозяек, таких как я. Вот этот торт я сейчас буду делать на Новый год, и что-то так у меня все это сообразило быстро, потому что мне вот моя одна подружка угостила вот такой вот вареной сгущенкой, и я подумала, куда же ее можно применить, чтобы не возиться много. И вот я решила приготовить вот такой тортик из этой вареной сгущенки. Значит, мне понадобилась сгущенка и сливочное масло, полпачки, 100 грамм сливочного масла. Я сейчас заранее взбила его. Сначала, значит, масло нужно взбить, а потом, мои хорошие, по одной ложке добавлять сгущенку. И вот так вот я, значит, приготовила это. Для моего тортика понадобятся вот такие печеньки. Я не знаю, сколько, вот первый раз делаю, поэтому посмотрю, сколько мне вот понадобится. Значит, я решила сделать начинку с киви, порежу мелко, и бананы. Посмотрю, сколько, 2 или 3, не знаю. И для крошки сверху шоколад понадобится. Так, мои хорошие, я вот порезала, как вы видите, взяла 3 банана. Все делаю с вами. Значит, мне кажется, что нужно нам смазать тарелочку, чтобы печеньки прилипли к этому крему и не скользили по тарелке. И начинаем складывать. Теперь сверху смазываю кремом. Вы знаете, крем понравился моему мужу. Он первый раз кушает, готовит эту вареную сгущенку, вообще сгущенку, первый раз. Но чуть не забрал всю банку. Начинаем слой бананов. Так, ну что, второй слой готовый. Вот так выкладываем киви. Ну что, мои хорошие, я закончила. Посмотрите на тортик. Смазала его. Вот такой вот он у меня вышел. Так, сейчас у меня ушло вот такие 2 пачки. Вот 4 здесь, 2 пачки ушло. Естественно, крем. И вот осталось вот чуть-чуть, я сделаю с нее крошку. Вот так покрошу ее и сверху присыплю. Мои хорошие, торт готов. Сейчас я его спрячу в холодильник на пару часов. И когда он будет готов, пропитается, я разрежу и покажу вам, какой тортик вышел. Тортик для ленивых хозяюшек, таких как я. То есть торт из печенья, вареной сгущенки, киви и бананов. После того, как тортик побыл в холодильнике, сейчас Ашкин будет его пробовать. Мне очень интересно, как это, какой тортик вышел и какой на вкус. Не знаю, мои хорошие, первый раз делаю. Что сделала, то вам и показываю. Давайте вырежем серединочку Ашкиму. И он попробует и скажет, что за тортик. Ну, вот такой тортик вышел с прослоечкой. Видите, мои хорошие. Так, а ну-ка, дай Ашки мне сейчас камеру и давай кушай. Ашки, а, пожалуйста. Только скажи правду. Бегендин, бегендин. Только я говорю. Герчек соли. Бегендин, бегендин. Похоже на торт? Паста бегеньюрму? Да. Вот. Моя хорошая лучше. Скажи, как? Скажи. Моя хорошая. Моя хорошая. Афетолсу нашкем. А, вот так ешь. Более ешь. Супер, скажи. Короче говоря, мои хорошие, вот если Ашкиму понравилось, продолжайте делать этот тортик. Очень легко и быстро для ленивых хозяек, как и я. Пока-пока. С вами была Светлана Та и Эндер.